Знаете, что показала эта пандемия? То, что футболистов, прочих спортсменов, актеров, певцов, стилистов, политиков, которые зарабатывают многомиллионные гонорары, мы их явно переоценили. А вот врачей, медсестер, химиков, биологов, строителей, аптекарей, курьеров, в конце концов, людей, которые зачастую живут впроголодь, обычных живых людей, мы недооценили. И эта ситуация нам показала, кто действительно нужен людям, важен людям, а без кого мы сможем легко обойтись.